Уникальный подарок 1 сентября – получить студенческие билеты прямо на сцене оперного театра. Этот день знаний первокурсники Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна запомнят надолго. Более 500 новых студентов, их родители, педагоги и студенческий актив старших курсов колледжа собрались, чтобы в торжественной обстановке отметить этот праздничный день. Это такой подарок еще и духовный, для того, чтобы ребята росли и привыкали, что получать профессиональные знания, человеческие и какие-то мягкие компетенции – это очень важно для специалистов, потому что экономике нужны хорошие, высококвалифицированные кадры, добрые ребята, чтобы они занимались волонтерством. Впереди у ребят насыщенная студенческая жизнь с лекциями, семинарами, творческими конкурсами и спортивными состязаниями. В регионе созданы все условия, чтобы студентам колледжей было комфортно не только получать знания и приобретать навыки в оборудованных помещениях, но и проявлять свои таланты в разных областях. Очень здорово, что сегодня создаются все возможные условия для того, чтобы наша молодежь и активно училась, и занималась творчеством, спортом, какой-то общественной деятельностью. Все это реализуется у нас в регионе по прямым поручениям нашего губернатора. Для молодых людей в этот день подготовили и концертную программу «Попурри» из классических произведений. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.